Итак, привет, дружище. Ну что, ёпта, сегодня будет интересное видео. Ну, я надеюсь. Ну, по крайней мере, для меня точно будет интересно. А как для вас, я, если честно, не знаю. Но сегодня будем заниматься многими делами и боюсь, что это видео будет длиться минут, наверное, 30, так что ты можешь сразу брать, запасаться едой, ставь видео на паузу, наливай себе там чая, короче, усаживайся и кайфуй. Ну, короче, если для вас будет интересно, я увижу, да, будет больше 1000 лайков. Ну, значит, видос для вас был интересен, ребята. Может быть, какие-то вещи вам понравятся, может, какие-то вещи не понравятся, там уже смотрите, ну, желательно не приматывайте просто там что-то там, потому что сегодня мы будем и Некроса прокачивать, в прошлом видосе его выбили, и героев всех открывать, и ништяки открывать, и битвы гильдии проходить. Я боюсь, что битва гильдии, возможно, кому-то не зайдет, потому, ну, просто оставьте, пускай как бы видео идет, а вы идите тогда своими делами заниматься. Я не знаю, может, для вас битва гильдии интересна. Все-таки это молодой аккаунт, и битву гильдии проходить сложно и как бы мучительно. Так, да, бездонатный аккаунт, пельмени, есть отдельный плейлист. Сегодня вечером на стриме я, наверное, поковыряюсь на этом аккаунте. Я попытаюсь его попрокачивать, потому что времени жестко не хватает. Потому, я думаю, сегодня буду на стриме заниматься прокачками и вот этим вот всем делом. Ну... Не обещаю, но если что, на стрим приходи, да, постараюсь в 9-10 вечера начать. Так, ладно, с чего хотелось бы вообще начать повествование, да, у меня тут пару дней, ну, даже более чем пару дней был затуп, то есть сила стоит на месте, и как бы сегодня бы я просто с удовольствием бы записал видео, там, открытие ништяков, или просто записал бы видео прохождения битвы гильдии, но хоть как-то уже надо начинать силу прокачивать, потому что целая куча героев, и как бы сила стоит на месте, я всех дрюкаю за силу в гильдии, ну, кикую точнее. Вот, надо прокачивать. Но 3 дня, по сути, у меня реально не было времени. Вот сегодня тоже наконец-то забрал свою семью с другого города, привез, все хорошо. Теперь на заднем плане сможете снова слушать крики, визги моей дочки. Ладно, не суть. Во-первых, хотелось бы сразу сказать огромнейшее спасибо, ну вот, ребятам, ну там, по крайней мере, там, походу, один конкретный человек, который мне с Вигеймер сошлет ништяки. Самая тупорылая фигня, что у меня, у самого там на Вигеймерсе целая куча этих очков, да, мне их там девать, наверное, некуда, но у меня и Вигеймерс уже, не знаю, как полгода или год удален, но при этом мне подписчики, точнее, один подписчик шлет, ребята, ништяки. И вот тут какие-то наборы с Вигеймерса, да, с Вигеймерса. Ребята, вы можете также скачать Вигеймерс, там выполнять ежедневные задания, у вас накапливаются эти очки, и вы их обмениваете на халявные какие-то ресурсы. То есть, ну, в плане нашей концепции бездонатной игры, ребята, это вполне можно, потому что самое главное, что у тебя-то здесь остается пусто, и ты по факту-то денег никаких не вкладывал, а тех, кто поддерживает, даже, грубо говоря, присылает ништяки с Вигеймерса, огромнейшее отдельное спасибо пацанам. Давай так, мы сейчас это все дело распакуем. Вот, видишь, даже, к сожалению, мессу никакую не фармил, ничего не фармил, надо, блин, начинать сейчас. Ну, сейчас нормально, сейчас у меня нормально будет с временем, я думаю, что буду все успевать, ребзя. Так, и слушай, а на самом деле дохренища этих сундуков замка. Если мне повезет, то я вырублю дохера ресурсов, но мне важны эти золотые слизи. Так, здесь мы... А, вот это легендарки, да. Слушай, вообще очень много этих карточек. Вот нам повезло, кто пошел в эту движуху бездонатную. Очень много карточек получается срубить с фонтана желаний. Я в прошлом видео их целую кучу открыл. Сейчас 4 открою. И как бы это с условием того, что я там 1 или 2 дня в фонтане пропустил, опять же, да, потому что не добрался. Еще одну карточку. О, господи. Тарас, 2, 3. 3 карточки мы получили. У нас уже 7. А оттуда мы будем надеяться получить стрелка, получить Ронина и получить вражея, получить Анубиса. Давай дальше. 2. Что отсюда мы ждем? А, отсюда те же карточки ждем, ребята. Те же карточки. Ну и, конечно, золотые слизи. Давай. У вас недостаточно места на складе. Ну, потратим самоцветы. Без этого никуда. Ну вот, как бы места нам всегда пригодятся. А не буду сейчас заниматься на видосе чисткой всего этого. Короче, насыщенное сегодня видео. Но, да, 3-я карточка. Слизи. 25 слизей. 30 слизей. Слушай, ну это круто. И 3-я карточка одна, допустим.
Тут у нас каменная кожа, сет 5 уровня. Это мы возьмем, используем. Надо будет в эмблемы перегнать. Ну, давай, пофигу. А, и 2 пятых сета воодушевления. Ага, так, где-то они у нас тут будут. Это же все можно, надеюсь, бесплатно, да, в эмблемы перевести. А, почему ковать? Улучшить, преобразовать руны. Давай, преобразовать руны, преобразовать в эмблему. Да. Преобразовать. Да, все, места освободили. Все хорошо. А, тут мы вот так вот делаем. Слушай, короче, аккаунт начинает обрастать, друзья, жирком. Ух. Так, значки почета тоже пригодятся. Ну, нормально, у нас 15 свободных мест. Ваши подарки, идем дальше. Тут что мы ждем? Опять же, да, легендарные карточки. Ну, да, я не знаю, как они. Легендарные карточки, короче, неважно. Давай, открываем. Опа, опа, оп. Ну, исцеление нападало, да? Ну-то, по сути, нам не надо. Нам исцеление надо было только для тыквы. Слушай, а карточек не выпало. Ну, типа кулаков срубили, да? Ну, окей. Отсюда что ждем? Ну, священный огонь какой-нибудь. И слизи. И золотые слизи. И эмблемы. Да! Да! Ох ты, ёпт! Ох ты! Воу! 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 Потом посмотрим, сколько у меня их там набирается. А здесь, ну, здесь книжки и коробки. Давай. Книжки, коробки. 20-30 коробок. И 500 книжек. Вообще офигительно. Так, ну что, давайте. Стрелок, приди, ёпта. Но! Анубис пришел! Анубис пришел! Ну, стрелка, вот и на яйце сколько? Сколько я на яйце ролил, сколько я там чего только не делал, сколько карточек открывал, но не было там стрелка. Вот я так и без стрелка аккаунт, считай, отдал. Здесь что-то у нас тоже стрелок не приходит. Хотя он очень круто, наверное, помог бы. Так, а здесь кого мы ждем? Ну, здесь Фрейю ждем. Седна у нас есть. Если Фрей упадет, то это супер удача. Нет, заклинательница. Короче, смотрим. Не хотелось бы слишком сильно силу раздувать. Хотя не, ну, нормально все будет. Так, ну все, распаковываем всех героев. Распаковываем всех героев. Хотя у меня там, по сути, у меня повторяется там только ниндзя. У меня повторяется там только ниндзя. Вот не знаю, распаковывать ли шаковых героев, не распаковывать. Будем... Будем посмотреть. А хотя давай, у нас там гонка, елки-палки. Мы же в топ идем, всех... Всех распаковываем, да, места надо сразу расчехлить. Уже, может быть, у нас тут купить предметы. Я тут никогда сюда не заходил. Так. Ага. И все, и больше нету. Ну ладно, 50 самоцветов сэкономили. Допустим. Теперь заходим в алтарь. Я не знаю, сколько мне тут места надо открывать. Раз. Дофига. Дофигища. Просто целую кучу. Блин, а может я сегодня битву гильдии не успею пройти на этом аккаунте? Да нет, ну должен успеть. Но на стриме не хочу. Давай попробуем сделать длинное видео, а я посмотрю, как оно зайдет вам или не зайдет. Пускай даже будет часовое. Вот, а вы пишите, может кайфанете. Не знаю, вы пишите уже в комментариях. Вы пишите, ребят, уже в комментариях. А, так, некроса сегодня прокачаю, вот. А, так. Давай, мест мы набрали, 1500 самоцветов осталось. А что по ресурсам сейчас посмотрим? 122, елки-палки, я ж могу там всех на десятку, наверное, прокачать. Ну не всех, но фиг его знает. Ну нормально, это очень круто, это очень повезло. То есть каждому бездонатному аккаунту нужно ждать вот эти вот, грубо говоря, ништячочки. Ну и теперь берем всех героев, распаковываем. Герои, рыцарь пошел. Да, вот стрелка не получил. Рыцарь пошел, бог грома пошел. Так. Дальше. Так, отлично. Сегодня силы много не получится качнуть. А, потому что мы сегодня займемся прокачкой, по сути, некроса. Вот. Но на стриме, я думаю, допа всех прокачаем там до 140 уровня. А потом уже будем снимать видосы. И с каждым героем там уже решать, мучиться, ковырять и так далее. Слушай, ну целая куча героев. Целая куча героев. Да, за стрим я могу... О, Анубис. Красавчик.
Красавчик, красавчик. Уже какой год идет, но все равно, как говорится, особенно когда играешь без доната, радуешься Анубису. Так, уже видео у нас длится 10 минут. А может быть, оно и не будет часовым. Да, так, некроз. Хотя нет, мне еще некроз надо прокачать. Так, заклинательница. Давай, бугимен. Окей, Фобос. Вообще. Так, а сколько у меня коробок? Сколько у меня коробок? Ну, в принципе, я уже могу начинать ролить таланты героев. Сколько у меня тут героев? 39 героев, да? Ну, есть повторяющиеся, конечно. Вот, есть повторяющиеся, без этого никуда. Ну и давай прокачаем некроса. Вот, с талантом нам не повезло. Давай на него потрачу карточку. Вот так вот. Да, можем и коробку потратить, конечно. Давай, огонь жизни. Вообще огненку нахочу. Хочу огненку. Хочу огненку. Слушай, а вот с карточек, да? Вообще ничего. Я уже так забыл, как это ролить, да? Потому что обычно уже все привыкли с коробок ролить, да? То есть, посмотри, уже сколько попыток я потратил. Ни одного пятого таланта. Ни одного пятого таланта. Ладно, это ерунда, это мы тоже будем записывать отдельное видео. Пока что так, пока что просто. Слушай, а давай, угар так угар. А, это чтобы на десятку прокачать, это 23 надо, да? Ну да, всех на десятке-то я прокачать не смогу. Ну ладно, давай вот по приколу, это у нас донатный герой, по сути, на аккаунте первый. Давай по приколу ему десятку сделаем. Дальше. Так, улучшить навык, добавить опыт. Книжечек у нас тут разных накопилось. Давай, полетели. Хорошо, золото есть, мана на складе. И еще будет благодаря этой акции, что сейчас раздают. Так. Давай, синие книги. Опа! Смотри, закончилось. Сразу нас разработчики пытаются развести. Так, и давай ману тоже открываем. Отлично. Так, полетели. А может быть на стриме использовать эти все, скажем так, ну не знаю, чем-то на стриме будем заниматься. Может будем заниматься прокачкой здания, я не знаю. Так, что у нас тут? Улучшить навык, добавить опыта. Давай золотые книги, 800 штук накопилось. Руны, давай просветик ему. 40-й. Ну тут да, надо будет посидеть, всем просветы попрокачивать. Короче, да, надо будет, ребят, как говорится, поковыряться. Так, это мы расчехляем. Я говорю, тестить не будем его, да, то есть и в битве гильдии он мне сегодня никак не поможет. Мне даже больше помог бы, наверное, Анубис. Подожди, до какого уровня у меня тут основные герои? 160-го? Вот. Мне бы больше помог Анубис, конечно. Ну, что ж тут поделаешь. Так, просвет. Просветик есть. Улучшить навык, добавить опыт. Давай! Ой. А, ну да, все. Те книги, что, как говорится, надо. 2 миллиона золота надо. А я вот самоцвета не хочу тратить. Вот. Все, вот тут заработал. Надо будет сегодня этими... вот этими вот штуками на стриме, напомните мне, попрокачивать здание, потому что это очень надо. Это очень надо, без этого никуда. Вот, чтобы дальше уже герои развивались, чтобы я мог делать эволюцию и все. Мы должны в темпе вальса развиваться, и сила должна расти, и все должно расти. Так, вот все герои, которые у меня стоят сейчас на таблетках, Гаргул, вот сейчас бы Анубиса, наверное, на самом деле качнуть. Ну ладно, они у меня все тут семерка, да? Они семерки, да? Как минимум. Ну, тут восьмерка-то, понятно. Тут семерка. И Гаргул тоже семерка. Слушай, ну давай пока вот таким слабым составом последний раз пойдем, а потом уже будем... в принципе, мы уже можем тратить коробки на ролл талантов и вот это вот все. Уже 15 минут длится видео. Посмотрим, за сколько получится пройти битву гильдии. Так, наша задача, ну, у нас сила маленькая, да, для 60 тысяч силы, я думаю, ну, как бы, косарик какой набить, было бы неплохо. Давай смотрим, что тут, как тут, для чего, от чего. Ну, вторые эволюции, тут сразу все понятно. Тут тоже все понятно.
Ну, оно и не мудрено, ребят, но поверьте, я говорю, если у меня время не подкачает, если меня никуда не дернут, я думаю, через несколько дней у нас будет очень крутой аккаунт. У нас тут Вальтор стоит. Жена, давай посмотрим, что вообще получится. А, видишь, хочется сматериться, но не буду. Вот, как говорится, вонючий в рот его стрелок. Слушай, что, а может мы сможем это задолбать? Седно, поднимешь кого-то? Еще юниты нужны были. Так, хранитель там. Хранитель. Кто у нас еще тут может бить? А, ну наш этот эпический герой. И Седна, по сути. О, эпического нашего убили, Седну убили. Слушай, ну тут можно поковыряться. Так, это какая сила? Это 118-991. А, юнит у нас есть. 118-991. 118-991. 118-991. 118-991. Может быть, Анубиса сейчас качнем, если будет не получаться. Но тут пройти реально. Давай мы тогда... не знаю. Допустим, сюда Гаргула. Ой, блин, Гаргулу вынесли сразу просто. Ну, тут можно и 50% набить. Ой, что-то как-то всех очень быстро вынесли. И никого не осталось. Блин, ну нормально же общались. Чё за на? Давай там Гаргул хиль. Вообще ворожей бы тоже нам не помешал бы, ребята. Так, вот Седну убили, это плохо. Блин, обидно, такой противник, а? 118 тысяч сил, он по идее легкий. Но вот то, что я не успел героев подкачать. У нас, как говорится, печалька. Это еще гребаный стрелок, я не знаю. Давай. Слушай, а если толпой? Давай, допустим, сюда стрелки. А сюда толпу. Толпу что-то сможем сделать? Ну, у нас тыква там вроде. Блять, Гаргулу ушатывают. Как гов... Ну, у нас, не забываем, да, у нас герои без таланта. Ой, об отражении. Вот хранитель, сука, бесит. Хранитель вымораживает. Давай там. Хранитель вымораживает. Убили бы хранителя, вообще было бы классно. На остальных там похер. Ну там Биквуд еще, да, проблему делал бы, голову любил бы. Вот хранителя убейте, пацаны. Но нет, они как бы даже по нему не стреляют, да. Тут еще у нас вырубается Ронин тут. Ну пока что рано, но на самом деле это чувак несложный. Давай, Фрэнки, давай! Фрэнки, хранителя добей, тут чуть-чуть осталось ему. Хранителя добей, сволочь, ты такая! Всех уже перешатали. Так, 118-991. 118-991. Так, короче, берем Анубиса качаем. От Гаргула толку нету. Так. Поменять. Давай ему вот так вот поставим. Что тут еще можно вылететь? Ну, допу давай. Так. Ладно. Так, улучшить навык. Давай ему сразу десятку. Ну, потому что это Анубис. Он этого заслуживает. Улучшаем ему навык. Ну, видишь, у нас там и просвета у героев нету, и талантов нету. Мы, как говорится, работаем тем, что есть. Так, окей. Дальше. Руны, просвет. Оп-о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 п. Не останавливаемся. Сюда у нас, что мы делаем? Золото, раз. Мана, два. Так, летим. Анубис, ты где, красавчик мой? Муська моя, милипуська. Анубис, ты где? Давай. Ой. Стоишь ты у меня. Усовершенствовать. Давай, улучшить. 120-й. 140-й. Дальше мы тебя там перекинем. Так, от просвета здесь, конечно, толку
достаточно мало. Так, потому что, ну, как бы маленький просвет. Ничего, ничего, сейчас мы все сделаем. Ребята, вы не бойтесь. Сейчас будет все шкварчать. Я его пройду. Я его пройду, друзья. Давай коробку. Вообще пофигу. Давай коробку открываем. Оживление, ну, блядь, оживление-то на него как бы не особо ставить-то хотелось бы. А вот на кого оживление? На кого оживление? Где мой триант? Вот давай пока на трианта. А, так, давай еще коробка. На Ануба что-нибудь. А давай на него истинную веру. Вообще пофигу. А вообще пофигу. Мы просто бездонатный аккаунт. Мы всех ушатаем-то, а? Так, улучшить. Дальше. Улучшить, улучшить. Так, опыта ему. Давай, 160 уровень. Так, дальше. У меня проблема с созданиями. Не хочу самоцветы тратить. Просветик. Ну вот, эмблемы. Я, конечно же, никакие поставить не могу. А надо было бы просвет всем прокачать. Но это надо сидеть. Это, ребята, надо сидеть дрюкаться. Это надо часами сидеть дрюкаться. Ладно, это не суть. Тут мы 240 самоцветов вырубаем. Ставим его вместо гаргула. И давай, не знаю, на него. На него. Так, цепелина. Цепелина тоже надо заменить. Не знаю, что тут поставить. Какие у меня питомцы. Давай вот так вот. Дальше, Анубис. Анубис. Анубис у нас десятка. Эмблема. Да, я ему ничего не поставлю. Но я поставлю ему. Поставлю ему. Карасика я хотел поставить. Карасика поставлю. Все, давай вот так вот. События. Битва гильдий. Таганская от ПТС. 118 тысяч силы. Сейчас мы все сделаем. 118 тысяч силы. Окей. Ну а что ты теперь скажешь, а? 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 Что ты теперь скажешь? Ну хотя все равно хранитель, конечно, остается огромнейшей проблемой. Блять, седну вырубили, ёпта. Да херово. Надо Фрэнки, наверное, еще десятку сделать. Да, давай Фрэнки сделаем. Бля, что-то... Сука, я не хотел сегодня ничего вот так вот прокачивать, да, вот так вот. Но что-то меня прям вообще разрывает. Хочу нагнуть. Так. Опа. Давай. Фрэнки десятка. Давай, полетели. Разрывать события. Битва гильдий. Анубису бы ремку. Так, 118, давай. Ай, все-таки будет длинное видео. Ай, все-таки будет длинное видео. Давай, Анубиса высаживаем. Седна, живи. Да ёпта, что так сразу Седна прилетает? Да ёпта, Седна-то нужна. Седна-то нужна. Тыкву убили. Тыкву надо с другой стороны, пускай разгоняет нахер. Что-то тут всех поубивали. Что-то, знаешь, и как-то что-то Фрэнки никого тут это... Знаешь, такое чувство, как будто тут чувак тоже подкачался. Давайте. Сюда идите на Анубиса. Блядь, да седну-то, чё вы вырубаете-то сразу, а? Вы бешиваете? Же мясы всем. Фрэнки что долбит, что не долбит. У меня вообще перестало хоть что-то вообще получаться. Ладно. Ладно, давай так. Ну реально, до этого было лучше. Раньше, как говорится, было лучше. Давай вот так вот попробуем. Тыкву убили. Стрелка вырубите. Пока он вас не вырубил, сука. Тыкву еще раз убили. Не, что-то мне кажется, нихера у нас не получится. Ладно, ладно, ничего. Я решил ваше время пожалеть. Допустим, здесь у нас есть какие-то Ой, да, у нас там какие-то автопрокеры. Давай стоим. Я-то думал, сейчас нагну, так нагну.
Вон, смотрите, там трифит бесполезный стоит. Так. Ну, тут нормально вроде бы. Че, ушатаем? 180 уровень. Ох ты, ёптую. Ох ты, ёб твою мать, Афина, ты чё? Афина, ну ты чё? Как бы мне подальше-то встать? Давай вот так вот. Вот так вот. Тыква, наверное, здесь где-нибудь. Анубиса сюда. Седну в конце. Ну, Фрэнки-то ты должен урон наносить. Да ёб твою мать, да ёб твою, да ёб твою. Пипец, просто меня нагибают. Меня нагибают. Тут что, у нас получится что-то? Ничего, вот я сделаю первую эволюцию. Вы вообще все со самбо вам будет понятно, блин. Всем со самбо будет. А, тут Фрея. Ёшкин ты кот. Да, хорошо, когда есть Фрея. Ведь классно, да, ребята, когда есть... О, тут Купидон. Значит, давай вот так вот. А, ну и, конечно, Стрелок. Хранитель. Убьемся сейчас об него нахер. Ёперный ты театр. Ладно, ладно, понял, не дурак, идем дальше. Тут-то что? Ну тут-то мы вырубим, а? Тут-то мы вырубим. Давай сюда тыкву. Сейчас тыкву разгонят, накидаем. Да, что-то как-то не накидали. Герои целые. А, они там еще со второй эволюции. Герои стоят целые, им вообще похер. А, ну конечно еще, давай. Давай, Космо я не отвлек. Так, давай так. Да ёб твою мать! Да какого хера? Да какого хера вы тыкву-то убираете? Все одну вырубили. Да всех вырубили. Всех вырубили, друзья. Ладно, идем дальше. Тут как бы ворожей. Ясно, понятно. Ой, тут как бы вообще до свидания. Твою ж дивизию, как говорится. А, ну хотя. Давай попробуем. Да стрелок, да засуньте вы уже своего стрелка-то в одно место. Просто засуньте его в одно место. Сколько уже можно? Фрэнки убили сразу же. Блять, ну стрелок просто накидывает. Вот огненки я всем выбью. Огненки. И пойдете вы нахрен со своим стрелком. Как вы меня вымораживаете, а? Ну тут стрелок, да. А тут еще и командора. Ворожеи тут всякие. Не-не-не, тут жесть просто. Я что-то так сосу. Я сегодня что-то так сосу. Ну а этого-то мы вырубим. Этого-то мы вырубим. Ай, тут Афина. Нормально, что-то мы кого-то вырубаем. Одержимого должны вырубить. Господи, они Бигфута вырубить не могут. Нет, это пиздец. Я не хочу материться, но это какая-то трешня полная. Вы чё, Бигфута убить не можете? Господи. А, он второй эволюции, ёб твою мать. Ёперный ты театр. Слушай, ну давай, ладно, вот допустим один Фрэнки. Кто по нему там бьет? Оккультист? Они, да, они с эволюциями уже стоят.
Да, потому мне силёнок-то и не хватает. Господи! Да, у нас, короче, сегодня будет длинное видео. Не знаю, как оно вам зайдет. Ну, давай проведем такой эксперимент. Здесь снова космо. Давай отвлечем тут немного. Ой-ой-воу-воу-воу-воу! Ясно все. О, тут тоже понятно. Ясно, давай, окей. Тут у нас что? Ну тут-то мы можем справиться-то, а? А, хотя тут Фрея, хер мы тут справимся. Всех 180 уровни. На Анубиса молчанку кинули, да ёб твою мать! Так, давай, ладно, по этого убьем, посмотрим. Ну тут-то, ну тут да, короче, должны сделать. Черепы тут всякие. Да, загрызли. Тут всех загрызли. А нет, бугимен еще остался. А бугимен это опасно, надо подспамить. Так, все, тут всех загрызли. Так, на следующий БГ я уже буду всех шатать, ёпта. Потому что меня что-то запарило. Что-то меня, конечно, вымораживает это все дело. Надо прокачиваться, ёпта, и первой эволюции делать. А для этого мне надо здание качнуть. Вот сегодня на стриме этим и буду заниматься. Сколько мне дали очков? 151. Господи, это... 150 на 5. Что-то, бля, мало будет. Это будет мало. Битва гильдии. Так, ладно, давай здесь Чебоксары посмотрим. А, тут вообще, посмотри, ребята какие. Ясно. Да, сложно. А у нас же у гильдии сила растет. И будет все сложнее и сложнее. Будет все сложнее и сложнее. Анубис куда-то поперся. У нас тут еще малышник. Ну давайте, накидывайте. Афини, накидывайте. Она сейчас, бля, вас вырубит нахер. Ну да, накинули, когда уже как бы... Да уже некуда метаться, как говорится. Подожди, у меня цель 1000 получить. А я не получу, я не набью 1000 очков. А как я в прошлый раз набил 1000 очков? Кого я там бил? Я там сильных, что ли, бил? Да, вот тебе такие вот письки на заборе. Но на этой битве гильдии я, наверное, не смогу дойти до своей цели, скажем так, в 1000 очков. Сложненько, сложненько. Так, давай, врубайте это здание быстрее. Какое нахер соединение не установлено, ёбаный ты в рот? Это что такое? Это что за вылет? Ни у кого больше этого аккаунта нету. Блюстак, что за хер? Мне что это сейчас? Слив засчитали? Подожди. А, ну да. Подожди, 2 минуты назад, я ж не слился. Чё происходит? И вот сейчас последнюю, вот эту вот последняя попытка должна быть со слив... Чё происходит? Или я слился, я не понимаю. Чё за нахуй? Чё вообще происходит? Подожди. Стой. А он мне последнюю засчитал как слив? Я чё-то тупанул или я вышел? Господи, надо пересмотреть повтор. А почему там 93%? Почему? Вот последняя должна была из-за вылета засчитаться, как будто слив. А... Я не понял. Я что-то не понял прикол. Я нажал на exit или... Что происходит сегодня? Что происходит? Я не понимаю. Блять, надо в повтор будет смотреть. Короче, пишите в комментариях, что происходит. Потому что я не понимаю, что происходит. Я реально не понимаю, что происходит. Ну, давай вы там под разгоном убивайте кого-то. Ну, тут друид даже... А, все, нормально. Нормально. Как, что произошло? Я ни хрена не понял. Ничего не понял, ничего не понимаю, ребят, что происходит. А я-то думаю, у меня там первая попытка была 150 очков.
Я думаю, а чё так мало очков дали? Странно, думаю, а кого я бил, что я там больше штуки набил? Оказывается, я там, наверное, раньше времени кликнул выйти или что? Или я там слился, хотя я вроде там не слился. Чё происходит, непонятно. Реально, что-то непонятно. Реально, ребята, что-то непонятно. Главное, чтобы обхранителя. А, все, нормально. 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 Не, ну если вот так вот противники пойдут, я все равно наберу там свои тысячу с чем-то. Но слив, конечно, тот. Видать, накосячил. Прикиньте, меня выкинуло, и как слив мне это не засчитало. Но при том, что как бы первую попытку там, где я вроде не слился, мне засчитали как сливную. Я, видать, там сам где-то накосячил конкретно. Идиотина. Это, кстати говоря, наверное, первый слив. Поправьте меня в комментариях. Это, наверное, первый слив на яйце. О, здесь Дед Мороз со второй эволюцией. Ёптую, как даст, так даст. Или я зачищу его. Я его зачистил? Я его зачистил, друзья. Нормально. Нормально, нормально. Может, я как-то машинально завершить бой нажал. Знаете, я привык там Минотавром фармить. Что как бы оно там все само происходит. Непонятно. Странно, странно. Полтергейсты какие-то происходят. 260. Ну вот все, прошел я. 1152 набил. А если бы не тот слив, то было бы где-то, наверное, 1252. Ну плюс 100 очков. 100 очков потерял. Вот. Ну, смотрите, вон тут у чувака 80 тысяч силы, если он все попытки откатал, у него 1130 очков, ну, это камон. Это камон. Ну, посмотрим, посмотрим, ребята. Кто битву гильдии не пройдет, до свидания. Вот, вот, короче, какое-то такое видео. Пойду я пересматривать повтор, что вообще произошло. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Пишите в комментариях, кто досмотрел до конца, вы прям красавчики. Видео длится почти 40 минут. Ничего нарезать не буду, вот посмотрю ради интереса, как вам видос зайдет. Вот, и пишите, пишите, стоит ли делать такие длинные. Вот, всем удачки, ребятушки, и пока.